כמו דימלס מכך, גימלס דימלס לסום פלג'יים, דף יומי, טרקטט שקלים ליסט פיאטה, מי אסטנביליס פסירדי, ירצון שדברי תורה ומשמעת, כל פעמים יבחלו מרום מרדכי בן תמר, משה בן מחשנדל, הסחת המסר, רפואת המסר, רפואה שמה חי סר בתמר, רבקה בצרה, סדר של משנה גבריתה, הנותן שקלו לחברו, לשקול על ידו, ושקלו על ידי עצמו, את הזקון עם מעילה, שלא את המעילה, שלווק, святые вещи, которые были в Бет-Амикдаше, не имеют права использовать на личные цели, для себя. Что получается? Человек, Мишна говорит, отдал полшекеля монету своему другу, сказал, иди в Бет-Амикдаш и отдай ее за меня. А этот друг пошел и отдал ее за себя. Нарушил или нет, говорит Мишна, что если уже положили эти деньги в копилку, которая была в Бет-Амикдаше, он нарушил запрет использовать святыни для себя, потому что этот шекель уже осветился. А если имени Трума, Трума, Мина и Гдеш, а что если были монеты Ашокерши Клю Мина и Гдеш, человек, который по ошибке, у него были отделенные монеты, которые он отделил, святые монеты уже, освященные. Он по ошибке одну из этих монет взял и отдал в пол шекеля. За себя он тоже нарушил этот запрет, если им не трума, а трума бекавру абехима. Если уже отделили это и уже принесли корбан, он тоже маал. Теперь у нас есть другие деньги, называются деньги маасер шини и дмай швид. Деньги от второй десятины человек должен прийти и съесть в Иерусалиме. Он их осветил. Опять он, получается, использовал их для шекеля. Или деньги седьмого года, они имеют святость, как у нас, например, есть закон. Если человек купил вино в Израиле, которое сделали из винограда седьмого года, и на Песах он использует, на Песах, когда мы выливали вино, там, с фардеяким, это вино седьмого года он не имеет права выливать. Потому что можно его пить, но нельзя его бесполезно использовать. А как можно узнать, что там написано, нет, это не использовать. Почти на бутылке это написано. Поэтому здесь он использовал деньги Маасер Шени, второго Маасера, или Дма, или Швид, то эти деньги он имеет право выкупить, то есть он это еще может исправить. А там то, что он исправил, там уже у него корбан и штраф и так далее. Дальше, спрашивает Мишна, а кто, Гмара спрашивает, ман тана имни трума трума, кто это тана, это Раби Шимон, который говорит, коэны были шустрые, и сразу, когда им деньги принесли, они сразу их освещали. Дальше, спрашивает Гмара, как может быть человек, который, я дал ему монету, своему другу, он взял монету вместо себя, отдал, почему он нарушил? Как мог он нарушить? Говорит, хахамим были люди, у которых были специальные шекели. Как, например, Бет Рабан Гамлиэль, у них были специальные шекели, которые они приходили, и они сказали, брали в купу, и сами они ее вставляли в эту купу, чтобы именно для вот этого, для этой цели это было использовано, что это не поменялось для кого-то другого. Поэтому, так как этот шекель уже имел какой-то знак на нем, человек, который использовал ее не по назначению, нарушил запрет Меила. Дальше. Теперь он говорит, окей, что он нарушил? Мы сказали, человек не имеет права использовать шекели или святые вещи для себя. То, что он дал этот шекель за себя. Как он для себя использовал? Какую пользу он для себя получил, говорит Гмара. Мицву исполнил. То мицвот лейнот нитну, говорит Гмара, у нас правило, мицвот не даны нам для наслаждения. Поэтому человек, исполняющий мицву, не считается, что он наслаждается. Ну как он использовал для себя? Хахамин говорят. Он сейчас этот шекель за себя отдал. Мы что сказали с вами до этого? Что если человек не давал, приходили у него и брали, эй, надо время, давай деньги, должен пожертвовать. Вот то, что он избавил себя от того, что собиратели, те, кто собирали эти полшекеля, не будут его беспокоить, дар десар, головную боль он от себя отделил тем, что он использовал мой шекель для себя. Этим он нарушил запрет использовать святые вещи для себя. И спрашивает Гмара, заканчивает сегодня, как человек мог дать Маасер Шени. Деньги Маасер Шени, они святость имеют. И у нас есть закон, когда что-то один раз освящено, не могу его второй раз осветить. Человек взял бараш, сказал, это будет корбан. Потом, нет, это другой будет корбан, не такой. Не имеет права. Святость получил, одна святость на нем. Так если был Маасер Шени, второй Маасер, эти деньги освященные, как он мог эти деньги использовать на шекель, и они снова становятся святыми? Говорит Гмара, то, что он сделал, он выкупил эти деньги. Как мы говорили, человек вместо того, чтобы привозить грузовик яблок в Иерусалим, чтобы там покушать Маасер Шени, он выкупал его на деньги. Так эти деньги он снова выкупал, они становились холь, они становились уже
теряли свой статус святости, и когда он отдавал их шекель, махацита шекель, в полшекеля за себя, они снова получали святость, полшекеля, на этом мы закончили пятый лист трактата Шкалим, Баруха Дунай Леулам, амин, амин.